Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный завтрак. Это будут тосты с заварным кремом из йогурта и ягодами. Готовится очень просто. Для крема нам понадобится 2 яйца, 60 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 20 грамм крахмала, у меня кукурузный, это примерно столовая ложка с горкой, и 200 грамм натурального йогурта. Все перемешиваем, взбивать ничего не нужно, просто все размешать до однородности. На противень, выстеленный бумагой пекарской, мы выкладываем 9 ломтиков хлеба для тостов, белого хлеба. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И теперь плоским дном стакана нам нужно сделать углубление. Получается такая основа с бортиками и с углублением. Такие формочки получаются. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. И теперь нам нужно распределить наш крем. Примерно по 2 столовые ложки выкладываем в углубление. И так заполняем все ломтики хлеба. Также нам понадобится еще немножко замороженных ягод. У меня это малина и черная смородина. Вы можете взять любые ягоды на ваш вкус. Примерно 120 грамм замороженных ягод у меня ушло на все тосты. Духовка заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. В моей духовке тосты запекались 15 минут. За это время крем запекся и был уже готов. После того, как мы достаем готовые тосты, нужно дать им немножко остыть и теплые посыпать сахарной пудрой перед подачей. И сейчас мы их разрежем и будем пробовать. Я хочу показать вам, какие они получаются в разрезе. Посмотрите, выглядит просто как пирожное. Оно мягкое, а корочка хрустящая. Друзья мои, это очень вкусно. Это настоящее пирожное. Побалуйте себя и своих близких в выходной день за семейным завтраком. Устройте чаепитие. Это очень вкусно, очень просто и очень быстро.